Так, продовжуємо з того ж міста. Так, шановні глядачі, от ви не дивуйтеся, що я буду розмовляти російською. Людям подобається, коли з ними розмовляють цією мовою, яка до кого не звикла. Я просто роблю все, щоб люди мені відповіли. От і все. Добрий день, скажіть, будь ласка, у вас є мечта? Як? Ні, зовсім ні, ви живете без мечти? А дембель? Даже дембеля не хочет, уникальный человек. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Ну, а дембель? Вы не хотите на дембель? Вам нравится служить? Видите, святой человек. Вот настоящий воин. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? А ну, расскажите, есть у вас мечта? А? Ну, как, ну, а приличная? Хорошо. И приличная тоже секрет. Ну вы же не противоправно, вы что-то нормальное мечтаете, дом там, я не знаю, озеро, что-то такое, не? А дембель? И даже дембеля человек не хочет. Хорошо, идем дальше. Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Не знаю. Нет? Боже, как грустно. А про дембель вы не мечтаете? И про дембель не мечтаете. Так вы что, хотите служить всю жизнь как бы в армии? Боже мой, смотрите, святой человек, начальник, выпишите ему дополнительную порцию компота, он хочет служить всю жизнь. Ну, я знаю, все, гречки. Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Конечно. А признаетесь нам, какая? Или она неприличная? Приличная. Приличная? Ну, вы не скажете. Ну, хорошо, а вы хоть на дембель хотите? Конечно. О, ну, слава богу, вот этого человека я могу как-то понять. А, добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Да, есть. А вы... Не скажу. Ох, не скажу. Да никто. Я кроме дембеля до сих пор не слышала. Неужели люди не мечтают, а там, не знаю, полететь в космос? Я в детстве мечтала полететь в космос. Нет, дембель не мечтает. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Есть, конечно. Какая? Есть. Тоже на дембель, аналогично. И все, а там в космос полететь? Нет, не хотел бы там сама. Мне уже шлем надоело. Хорошо, маємо людину, який надоїв вже що. Добрий день, скажіть, пожалуйста, у вас є мечта? Ну, хоча б в космос полететь, на дембель. Я не знаю, компот. Нет, не признається человек про мечту. Хорошо, добрий день, ребята, скажіть, пожалуйста, у вас є мечта? А? Не надо грустно смотреть, это не будет мечты никакой. Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Да, хочу стать президентом. Вот, наконец-то, вот, нашелся человек, который мечтает, у которого большая цель, потому что реально плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да. Скажите, пожалуйста, когда вы, вот такая фантазийный мир, вот вы стали президентом, первый ваш вот там указ, который точно-точно исполнится. Я еще не думаю. Ну, здравствуйте, над этим надо думать, потом готовиться. Потом стану президентом. А скажите, пожалуйста, вот реально в нашей стране вот человеку стать президентом вот таким простому какому-то человеку? Конечно. То есть наш президент уже существующий своим примером как бы... Да, доказал это. Ну вы же понимаете, какие стадии нужно пройти, чтобы стать президентом таким же, как существующий? Вы готовы на такие действия? Да я не знаю. Я не знаю, какие действия наш президент Рома. То есть вы не знаете, как его карьера начиналась первая там? Не знаю, он нормальный тип. Ага, вот так вот. Ну то есть, а как вы думаете, только так или все-таки другие какие-то пути тоже есть? Да, любым путем. Вот так, значит, имеем мечту стать президентом любым путем. Хорошо. Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нет. Как нету? А дембель? Это наша первая мечта и главная. Ну просто у некоторых нет, подождите, у меня тут уже были случаи, что говорили, что они хотят служить в армии вечно. Которую обламывают нам, понимаете? Ну вот, ну, дембель? Да. Ну что ж ты? Я просто не знаю, каким путем можно обломать дембель, поэтому я так, такое лесо что делаю. Вот это? То есть вот эти вот из-за этих протестов, конечно, вы не можете пойти, вам продляют срок службы, конечно, что ли, или как? Может такое быть. Легко. То есть вот эти, еще раз я повторяюсь, вот эти вот протесты приводят к тому, что срок службы продляется, да? Да. А со скольки до скольки? Не важно. Ну как не важно? Каждый день, я думаю, нужно считать. На полгода. На полгода, да?
Вот так вот выйдешь на улицу, знаешь что-то новое. Здесь, наверное, не скажешь, что никто не признается. Добрый день, скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Есть. А? Ну, багато. А ну скажіть хоча б одну таку, що можна сказати по телевізору. Таку якусь зрозумілу. Пауза, нема сцени, але у людини є мрія і це приємно. Людина спілкується державною мовою. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас є мрія? И улыбаемся. И машем. И машем. Хорошо. Так, добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Чтобы был мир делать. О, есть у человека мечта, чтобы будет. Был мир. И мир будет, да? Конечно, будет. То есть вы верите? Обязательно. Ну хорошо, я, честно говоря, тоже хочу, чтобы был мир, поэтому я присоединяюсь к этому. Мир. Спасибо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Вы уже так, балаклаве, можно не отворачиваться уже, страшнее не будет. Тем более вы при исполнении, чего вам вообще, собственно говоря, бояться. И моя сцена. Ребята, из второго ряда есть мечта у кого-то? Ну вот дембель нужен вообще. Сначала мир, а потом дембель, да? Но это опять-таки не у всех есть. У нас уже есть там один уникум, который вечно хочет служить в армии. Мне признался в этом. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нема сцена. Не хоче мені людина розповідати, навіть дивитися на мене не хоче. Ну, пішли далі. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Мрія є. А поділитесь? А скажіть, будь ласка. Хочу домой быстрее, щоб все це побыстрее закінчилось. Ну, ви не одинокі в своїй мрії. Я думаю, що така мрія є у багатьох людей. Дякую вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Как нет? А дембель? А отдохнуть? А, отдохнуть, да. Все-таки есть. Хорошо, спасибо. Человека совсем без мечты тоже найти. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Есть. А ну скажите, какая? Чтоб все это закончилось, разошлись все. Чтобы все разошлись. Да. Ну вот уже у двух человек есть мечта, чтобы все закончилось и все разошлись. Тобто, чесно кажучи, люди з обох боків цих барикад, вони мають, по-перше, я бачила там лозунг «Не допустимо розколу країну», і тепер люди хочуть, щоб все це закінчилося і всі розійшлися. Тобто, в принципі, це мрія і бажання абсолютно однакові з двох боків барикад. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Є. А скажіть, будь ласка, яка? Не скажу. Чего? Скажу. А что, жалко, что ли? Или она неприличная? Она же неприличная? Жалко. Она неприличная, говоришь, что ли? Какая разница? Ну. Не хочу говорить. Вот так вот, не хотят нам говорить. Хорошо. Дальше. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нет, наверное, у меня мечта, чтобы я отсюда убралась, наверное. Хорошо. Пускай человек исполнится в желании. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Нет. Ну как нету? Ну а дембель? Далеко еще. Ах, грусть, тоска. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? А ну скажите, мечта какая? Ну это прекрасная мечта, то что мы не можем к вам не присоединиться. Спасибо. Хорошо. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у вас есть мечта? Уже нет. Как нет? Вы что, все уже случилось?